преддверии 70-летия со дня окончания Сталинградской битвы в областном центре поздравляют ветеранов, участников одного из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. По данным книг памяти, в боях под Сталинградом погибло около 3500 воинов, призванных из Ивановской области. В том числе около 600 из них были призваны из города Иваново. Во время торжественной встречи для ветеранов звучали песни военных лет и слова благодарности за великий подвиг. На сегодняшний день в областном центре проживают лишь 20 участников Сталинградской битвы. Сами ветераны не считают, что совершили нечто героическое. На вопросы о событиях тех лет отвечают: «Мы просто воевали, так же, как и все тогда». Ну, воевали мы все, да. Как говорится, не нажимся на нас. Больше я мне не верю, чего вам вообще интересно? Спасибо.